Так, кто идет в бой в первый раз? Цепко держитесь ваших ведущих. Но помните, лучше смерть в бою, чем клеймо труса и позор предателя. Таким образом, заходим с трех сторон. Штурмовики идут отсюда и отсюда. Ну-ка, быстро в самолет. Не могу, товарищ полковник. Да, здесь трибуналом пахнет. Да хоть расстреливайте! Квадрат наглухо закрыт из воздуха и из земли. Ты что, думаешь, в санаторий попал? А я на фронт хотел, ваших обманул, думал, справлюсь как-нибудь. А я тоже человек. Мне любви хочется. Товарищ капитан, нельзя же так! Расстрелял парашютист. Только я фашиста расстрелял. Тише. Не вовремя все это. Война сейчас, а я тут. Ты же человека убил. Я ведь только в последнее время о ней и думал. Заставили вы нас поволноваться. Так тут ведь такое дело, товарищ капитан. Я тут думал, война она для всех одна. А на газу все разное.